Не стучите. Не стучите. Кто вас ждать-то будет? Готовиться заранее надо все. Колокол-то остановить надо было. Куда он попёрся? Куда думал? Теперь забегал. Побежишь к кустам. Теперь нельзя одному. Стой теперь. Бей! Так, молимся. Боже милости, будем и грешными. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслава ты грешил, Господи, прости меня, грешный, помилуй, благослови, освети дары твои словно истинные молитвы. Аминь. Вот заметьте, колокол так ударил, у нас двое сразу. Обоим бежать, сейчас надо крестиком будет. Это все равно, что нет платочка. Часы там есть. Главное, часы это желудок говорит, пора обедать, пора обедать. А вы на внимание. Сейчас вместе вдвоем побежите. Я вам хочу сказку рассказать. Так, где у меня? Все здесь? Да. Вы знаете, как начинается сказка? В некоем царстве, в некотором государстве жил царь. У него было три сына. Два были умные, а один дурак. И звать его Иван. И почему-то он будет самый счастливый. И он этих братьев как-то объедет, как-то получит, и царица ему достанется. Это у русских, это менталитет русского человека. Он то на печи едет, то какую-то щуку ловит, а сам ничего не хочет делать. У нас русский человек всегда счастлив. Я не спрашиваю тебя, не надо соскакивать. Дело вот в чем. В некоем царстве, государстве одному неизвестно какому человеку придумалось сделать детский лагерь. И он думал туда набрать верующих, которые будут поступать по правде, истинно. И он однажды сделал самоподъемник. Но оказалось, в этом царстве у царя все три сына дурака. Один дурак садится на самоподъемник, а два дурака тянут его на веревочке кверху. Теперь ему, если опуститься, то опуститься ему нельзя. Веревка-то в его руках. Двое тянут его, двое. А он сидит. Если теперь отпустят, этот третий-то дурак-то, Иван-то, хлопнется об землю и хлопнется задницей. У него под ребрами будет дыра. У него вся внутренность опустится вниз. И что он будет есть, у него тут же будет вываливаться. Он умрет. И скажите, каково это тому человеку, который думал, будет хорошо и все, и... Ну что, он только разогнал этих дураков. Ну это в каком-то царстве, когда-то в каком-то веке было. Дальше. Строгали стружка сейчас. Она прямо на дорожке. Позвали, работают. И вот самый главный, большой Иван дурак-то этот, тоже рядом сидит. Шагу не шагнул, скорее смылился на другое место, в некоем царстве, в некотором государстве. У нас-то такого не бывает. Вот эти девочки пошли собирать, а этот царь, он ждет, он думает, какая-то невеста сейчас откуда-то свалится, и лягушка-то в царицу превратится-то, и он опять на белом коне приедет и получит это царство. Интересная сказка? И дальше. Вот в этом некоем царстве, в некотором государстве, этот человек, не поймешь его, кто он такой, он решил сделать детям площадку и тарзанку, чтобы они залезли на столик и качались. Ну, на столик залезть и палку надо ложить вот так вот, чтобы сесть. Но качаются и девочки, они летят как паруса. И вот в этом царстве, в некотором сударстве, один дурак, сын тоже царя этого может быть, залез на это, лег и лежит, ждет, когда красавица прилетит с поднятым полотном. И лежит, и она не видит, он лежит и смотрит, фотографирует. Фотографирует-то нечего, она в орбит прилетела, дальше платье зажато. Ну, этот человек спрашивает, зачем ты лег? Он его сразу высчитал, кто он такой, этот царевич. Он думает, царевич, он сейчас прилетит на качели, на тарзанке, подол у нее на голове, и он сразу ее обхватит. Но тут нашелся начальник, да и прогнал этого царя, царевича. Хорошая сказка? Мы никому не расскажем, в каком это царстве было, в каком государстве. Сказка, говорит, ложь, но в ней намек. Добрым молодцам урок. Александр Сергеевич Пушкин.
Значит, работали у меня ребята. Нормально пилили. Замечаний нет. Мы с Володей, главную работу он там делал, я чуть-чуть помогал. Вентиляцию сделать из-под дома. Попробовали долбить фундамент. Из хорошего сделан цемента, там ничего не получилось. Решили сделать так, подкоп с одной стороны, и вентиляцию сделали. Теперь только короба поставить надо будет. В нашем некотором царстве, в некотором государстве была машина «Газель». И она работала на Благовесие. Ну вот на Благовесие не стали ездить, и в этом царстве машину приспособили возить дрова. А машина-то и не виновата. Редкой марки. Ее звали «Белая лебедушка», а теперь на нее нагружают гнилые там какие пни и возят. Вот какое царство еще есть. Так, платочки у всех? Да. У кого рукава были короткие, это потому, что нет платочки. Нужно бежать за платочком туда. Так, бегите туда. Так, где привязаны, я не вижу. Вот там. А почему они привязаны? И он говорил, что его отпустили. Упался? Да. Он говорил, что его отпустили. Опять на веревочку. Бегом. За что? Давай. Зато. Никаких. Никто тебя не расписал. Какие царевичи летают, а? Молча садимся. Дети руки с мылом мыли? Да. Придумала сейчас мыло. Да кто же их моет? Да, мойте с мылом руки. Так, вы тут никто не моет, а мы молча будем. Садимся. Фабрика началась. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию, ешьте до сыта. Ваня, отодвинься от него. Так, мои люди, где они? Ну-ка, по одному. Не это. Дети, ну-ка, давай ложку. Я поддерживаю самых махоньких. Делюсь с ним. Держи. А тот убежал, когда прибежит, тогда держи. Вот хорошо. Держи крепко. Это Володя?